Мы танцевальная группа «Тумар», мы из Бишкека, представляем Кыргызстан. В Кыргызстане до сих пор иногда задают вопрос, как, мол, а что девочка может танцевать, они же на коляске сидят, не могут понять. И вот мы, у нас вот это 10 лет идет, и борьба со стереотипами. Не обязательно это люди с инвалидностью. Много здоровых людей, которые обращаются и говорят, что тем не менее вы продолжаете жить полной жизнью, говорят, вы нам даете шанс, вдохновение. И после этого мы решили назвать именно как коллектив «Тумар», как талисман, талисман для многих людей. Здравствуйте. Здравствуйте. А что будете нам показывать? Современный танец с акробатическими трюками. Мы готовы на вас посмотреть, пожалуйста. Просто нет слов вам что-то сказать. Вы просто пушки. И все. Спасибо. Спасибо вам, золотые мои. Ну, у меня слов нет. Вот настоящие таланты. Мы хотели шоу, они вам показали шоу. Молодцы. Спасибо. Вот я смотрю в ваши глаза, там нету никакого сомнения, никакой обиды, никакой злости. Сейчас будут миллионы смотреть. И я уверен, многие задумаются о том, что что они делают, вот вы живете. И это меня тронуло очень. Спасибо большое. Есть у нас такой любимый жест, когда мы хотим как бы выразить свою признательность, любовь. Мы обязательно кладем руки свои к сердцу и показываем этих людей, которых мы любим. Я им делаю этот жест вам. От всего сердца люблю вас. Это музыка.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии, ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.